Здравствуйте, меня зовут Андрей, и мой интернет-магазин kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про шикарную лопату от фирмы Ofner. Эта лопата создана для откидывания снега. Пластиковая лопата для снега. Значит, ковш здесь пластиковый, толщиной целых 5 мм. То есть это очень прочная и толстая лопата, очень толстый пластик. Размеры 46 сантиметров в длину ковш и 36 сантиметров в ширину. Ковш имеет вот такие ребра жесткости, три ребра жесткости, то есть он достаточно вместительный. Ручка здесь алюминиевая, покрытая специальным покрытием Soft Touch, и D-образная ручка на конце, рукоятка. Общая длина лопаты составляет 155 сантиметров. И диаметр черенка 35 миллиметров. Покрытие Soft Touch, которое позволит держать руки в тепле, и рука не будет соскальзывать, да, не скользить по рукоятке. Лопата очень удобная, прочная и надежная. А сейчас пойдем посмотрим, как эта лопата работает в снегу. Эта лопата отлично справляется с откидыванием снега. То есть эта лопата специально создана для того, чтобы снег откидывать. Сейчас посмотрим, как она работает. Снег слежавшийся. О, с настом. Ковш достаточно большой. Ну, не такой большой, чтобы было тяжело работать. Ручка очень длинная, что позволяет нам работать практически не нагибаясь. Тем самым мы бережем свою спину. То есть, если вам нужно прочистить дорожку к дому, да, если завалило снег, то лучше этой лопаты вообще не придумаешь. Сейчас я попробую прочистить небольшую дорожку. Оп, вуаля, эффект достигнут.